На! Я видел тебя в грязи. Вперед, плотва! Okay.
Шевелись, плотва. Подозрительно ты выглядишь, стрелок. Куда? Здравствуй. Покажи. Будь здоров. Здравствуй. Покажи мне. Будь здоров.
Вроде чучело, а женщина за ним глазами. Здравствуйте, мастер. Я по поводу белой дамы. О, я уж надеяться перестала. Только это мое объявление висит, все выгорело. И все-таки я его разобрал. Но все равно мне нужно знать больше. Так спрашивайте. На поля все равно выходить боязно. Того и гляди. Закончишь, как Мирка и его банда. А что за Мирка? Были тут такие четверо. Лодыри и пропойцы. Осушили пару кружек и удумали, что если вместе белую даму отмеют, то она и уберется отсюда. Романтики. Да уж. Только белая дама, видать, их ухаживание отвергла. Так они в поле и лежат. Люди их хоронить боятся. Значит, белая дама появляется на полях? Да. Тут сразу за хатой. У старой башни. Люди говорят, там она и поселилась. Ну так как? Избавите вы нас от нее. Сперва поговорим о награде. А дама не волк, в лес не убежит. Ну, пусть так. Столько я еще смогу вам докинуть. Я этим займусь. И с большим успехом, чем отважный Мирко. Что-то увидел перед смертью. Здорово испугался. Тело высушено, следы ожогов. Работа полуденницы. Кожа бледная, но кровопотери не было. Значит, не вампир. Должно быть 4 тела. Следы глубокие и неровные. Кто-то убегал в панике, не разбирая дороги. Засохшая кровь, очень старая. Но следы огня свежие. Медальон рядом с ними вибрирует. Надо осмотреть башню. Следы крови ведут в погреб. Стянули тело вниз, но убивали не они. Кожа, неестественно, бледная, растрескавшаяся. Судя по всему, это полуденница. Она меня избегает, но ей придется показаться, если я возьму принадлежавшую ей вещь. Я тебя не дал.
Здравствуйте, мастер. Похоже, это ваша белая дама-полуденница. Значит, о боги, бедная Люся. Это Люся замуж собиралась, так? Да. Родители пообещали ее кузнецу из города. Состоятельный он был, это правда. Да только старше, чем эльфские руины. Люся прямо из-под венца в эти поля сбежала. И перерезала себе вены серебряным ножичком, который ей подарили на обручение. Подождите-ка, я вам покажу. Родители Люси не продать его, ни в могилу положить не решились. Попросили, чтобы я у себя сохранила. Мне нужны какие-нибудь личные вещи Люси, чтобы выманить ее и изгнать. Так что стилет как раз бы пригодился. Возьмите. Только убейте Люсю так, чтобы она уж больше не страдала. Зовет. Ах, и гнусный же ты. Тебе-то дождь не помеха.
Здравствуйте, мастер. Все разрешилось. Можете возвращаться на поля. Спасибо. Вот ваши деньги. И пусть вам жизни посчастливится. Не крутись тут! Погодите, коллеги! Вечным огнем! Здравствуй! Здравствуй, Гер! Покажи мне. Будь здоров. Наш мир сгорит! Подозрительно ты выглядишь, прибыл. Вороницы. Приветствую. Вы по какому поводу? Я по поводу объявления про лишачиху. Ты его дал? Так и есть, я. Вы бы этим не занялись? Вы же ведьмак, верно я понимаю? Я такого видал на картинке у бабки в книжице. Монструм или же ведьмака описание. Ну, как сейчас помню. Нам-то жуть. А для вас что там какая-то лишачиха? Поговорим о награде. Давайте. Так сколько вы хотите? Ладно, пускай будет по-вашему. Я займусь этим. Кто-нибудь видел эту лишачиху? Может о ней рассказать? Старый Вильям, должно быть, видел. Но он вам ничего не скажет. Слабое у него было сердце. Нашли мы его утром на полях. Так что люди-то теперь боятся по ночам выходить. Но поговорите с Агнетой. Вроде она видала призрака. И с ней ничего не случилось? С ней? Да она троих мужей пережила. С такой-то бабой и лишачиха не сдонжит. Ты тот самый белоголовый. Ну, пойдет прыгать по лужам. Говорят, ты можешь рассказать про призрак? Да, видишь.
видела я ее. Лишачиху видела? Как тебя сейчас вижу, ведьмак? Как она выглядела? Попробуй ее описать. По правде сказать, не то чтобы я ее разглядела, смеркалась уже. И тут мне какое-то облако бледное поблазнилось, будто пар. Подошла я ближе, а облако густеть начало. И увидела я, будто лицо в тумане. И что было потом? А что должно быть? Думаешь, я ждать буду, покуда она мне вся покажется? Побежала я в деревню рассказывать. Ясно. Говоришь, она появилась сразу, как стемнело? Это важно, спасибо. Будь здорова. Здесь шла женщина, босиком. Ткань. Возможно, часть платья. Она зацепилась за кусты. Судя по расстоянию между следами, она бежала. Потому и порвала платье. Кто за ней гнался? Бежать она не смогла. Он ударил ее ножом или перерезал ей горло. Странно, что нож он оставил. На нем засохшая кровь. Это может пригодиться. А в эту сторону он тянул тело. Здесь видны следы. Убийца отнес тело в лес и закопал. Могила неглубокая, он спешил. Что-то торчит из земли. Письмо? Тоже девушку убил отвергнутый возлюбленный. Полуношница. Староста наверняка знал эту девушку. Надо будет его расспросить. Ты знал Зулю и Букая? Они, кажется, жили в этой деревне. Добрые боги! Откуда вы знаете? Начаровали, что ли? Они оба как сквозь землю провалились. Мы их неделю не видели. Я нашел могилу этой девушки письмо. Из него следует, что она отвергла Букая, потому что любила другого. Зулиантек, да. Мы думали, они на север сбежали счастье искать. И Букая примерно тогда же съехал. То есть, значится, эта призрачница наша Зуля? Не может быть. Такая добрая была девушка, такая ладная. Может, вы знаете, где они встречались? Ну, молодые-то обычно на поляну ходят, на запад от деревни, за поля. Зуля, добрые боги. Если бы не хозяйки, что в чаще... Проклятие это я не сниму. Придется изгонять призрака, а для этого надо привязать его к месту.
Но! Приветствую. Вы по какому поводу? Я избавился от лишачихи. Она больше не вернется? Нет, я знаю, как справиться с полуношницей. Ясное дело. Вот тут награда вам, как обещали. Спасибо вам, мастер-ведьмак. Прощай. Тот самый белоголовый. Держите нас, помните? У меня на тебя запрос. Ты мне тут повыступай. Сам. Ну, давайте выпьем, а то ж стемнеет. Мое почтение, мастер. Я попросил бы, мастер. Я знаю, что такие твари вроде только в сказках бывают. Но я-то своими глазами видел, как он мой прилавок обчищал.
Ну хорошо, и как это твой домовой выглядит? Как гнусный, толстый кошак. Но большой. Вот до сюда мне доходил. И на двух ногах бегал. А что он у тебя стащил? То хлеб, то рыбу, то яблоки таскает. Вроде ничего такого. Но курочка по зернышку и дело начинает приносить убытки. Впрочем, это не только меня касается. Нет, он уже с каждого прилавка что-то свистнул. Ну так как? Попортите ему шкуру серебряным мечом. Если добавишь что-нибудь к награде. Спрос на ведьмаков большой, предложение невелико, так что заказов у меня хватает. Умеете вы торговаться, мастер-ведьмак. Ладно, по рукам. Успокойся, я тебе помогу. Мелкие предприниматели – основа здоровой экономики. Спасибо, мастер. Не знаю, пригодится ли вам это, но когда я последний раз видел этого воришку, то он вон там через стену перепрыгнул, а потом вбежал в ворота. И только я его и видел, и товар мой. Мать его заплатила господину Ройвину. Действительно, кот переросток. Это невероятно. Неужели это необходимо? Целый день. Похоже, домовой потерял часть добычи. Он шел в ту сторону. Что, простите? Да ты знаешь, с кем ты имеешь дело? Я Жан-Батист Третий, из тех самых батистов, и... Перед вечным огнем все равны, и все горят одинаково. Прыгнул в ров, след обрывается. Ну вот, пожалуйста, еще один страшилок. Здесь еще отпечатки лап. А вот уже башмаки. Неужели кот в сапогах? Дверь нараспашку. Интересно. Письмо? Вот это да. Ученый у нас домовой. Доплер. Это многое объясняет. И осложняет задачу. Чтобы его выследить, нужен четкий след. Дамская блузка, мужская рубашка, детские башмачки. А кровать одна. Лаванда. Горная лаванда. Сильный запах. Хватит, чтобы его выследить. Сразу хочу сказать, ничего против не имею доплеров. Но надо мутаген. Что он там дает? А, нормально. Единственный шанс в игре получить этот мутаген, это вот этот доплер.
был еще хлеб, но я его выронил, а возвращаться было боязно. И правильно. Если с тобой что-нибудь случится, мы умрем с голоду. Эльф и стражник Вечного Огня поглощены дружеской беседой. Редкое зрелище. Дружеской? Этот расист остановил меня для обыска. Без всякой причины. Ты нелюдь! Какая тебе еще причина? Твое счастье, что я ничего при тебе не нашел. Марш в лес, на свирельке играть. Ты скверный актер, сразу видно, у тебя другая специальность. Может, мелкие кражи? Ты оскорбляешь офицера при исполнении, мутант? Чья бы корова мычала? Я знаю, что ты доплер и клептоман. Меня торговцы заказали! Вечно одно и то же. Эй, стой! Ты правда хочешь увидеть, как выглядит бешеный ведьмак? А ты? Что-то я постарел. Перестань, я сдаюсь. Видишь, мало выглядеть как ведьмак, чтобы драться как ведьмак. Но достаточно влезть в твою шкуру, чтобы понять, что ты за человек и что ты чувствуешь. Ты не до конца разобрался. Я не убиваю чудовищ, которые безопасны. А ты на меня напал без причины. Так что к тебе это не относится. Хватит болтать! К бою! Thank you.
Готов себе в жопе! Хватит, оставьте его! О, а ты что у нас, любитель нелюдей? Я очень не люблю повторяться. Оставьте его в покое. Эй, парни, тут один нарывается. Надо ему показать, что бывает в Новиграде с любителями выродков. Спасибо, Вадгерн. Если бы не ты, мне бы отрезали уши, как Фаэлару. Или еще того хуже. На вашем месте я бы уехал из Новиграда. Надо же. Тебе тоже мешают нелюди? Мне нет. Зато вечному огню уже да. Пока что у них есть другие жертвы, но скоро возьмутся и за вас. Да ладно. Так далеко они не зайдут. Я был в Ривии в 68-м, во время погрома. Я знаю, о чем говорю. Берегите себя. Это как? Что ты нам предлагаешь? По домам сидеть? Уступать дорогу, если человек идет? Прощайте. Должно быть магические. Это первого блюда. Какое там? Маслят, подберезовики, боровики. Никакие там, то не магические, а все наши, свойские. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Глядишь ты, какая уродина. А в шахте ведь кошмар. Мать его, тут что-нибудь ёбнет. Мое почтение, мастер. Дело сделано. Этот твой домовой оказался доплером, он каждую минуту менял обличье, пока я не укоротил его на голову. Доплер? Вот ведь правда, никак от них не избавиться. Только одного сожгут, другой вылазит. Наказание божье. Ну, может, хоть теперь они будут держаться подальше от рынка. Благодарю вас, мастер, от своего имени и от всей гильдии. Один товар по цене двух, ну как-то так. Давай, не стесняйся. У меня найдешь все, что нужно.